Ну что же, всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Верикс в мире игр. Давно меня не было на просторах YouTube, потому что сейчас у меня все-таки я же учусь, и можно меня называть школьником, как хотите, но в общем-таки я учусь, как и все вы, кто, конечно, смотрит мои видео. Ну ладно, не буду, конечно, уже так говорить дерзко, но все же, давайте начнем. Так, в общем-таки, в этом видео я хочу вам показать такую карту, как Чернобыль. Да, действительно, Чернобыль. И в данный момент, возможно, это карта на прохождение. Просто я ее опять нашел в просторах интернета. Вот вы видите, это Чернобыль. Это, конечно, не вся карта, я только уже просто тут уже появился. В данный момент играю на своем сервере, если у ребят есть... Ну, если ребята хотят поиграть на моем сервере, пусть заходят и тому подобное. У меня народ есть, заходит, так, человек 6 играет. Ну что ж. Да, карту залил на свой сервер, еще раз повторюсь. Так, это карта Чернобыль. Как я вам уже сказал, это карта на выживание. Правда, это не вся карта. Но все же давайте пролетимся и посмотрим на это. Посмотрим на нашу карту. Так, ну мы видим краны, да, как в Чернобыле вы видели все краны. Тут это лодочка такая вот. Неплохая. Так, у нас, правда, чанки тут, походу, не прогрузились. Сейчас все прогрузится, вот. И будет все чики-пуки. Как видите, знаете. Хоть и этот купол, но все же из-за стекла у нас получается, что как будто действительно мы находимся с вами в каком-то Чернобыле. Как мы видим. Помните карту эту, да? Ой. Я помню это вроде... ну, я помню эту ЖДшку еще в Зов Припяти она вроде была. Ну и в тенях Чернобыля тоже ЖДшек немало. Давайте же выключим музыку. Убавим ее. И попробуем мы с вами пролететься. Как мы видим, у нас тут есть колесо обозрения. Это уже город Припять. Ну и сам Чернобыль, как может большинство людей знает, находится недалеко от этого города. Сделано как, да? Ну что ж... Вполне красивая карта, да? Если хотите тоже поиграть, пишите, я вас могу тпхнуть. Если вы хотите посмотреть какие-нибудь офигительные карты, пишите мне, я вас тпхну в этот мир. В общем-таки, у меня тут отдельные миры, и в них может телепортироваться только админ. Или настроить для других пользователей тоже сможет админ. Ну так, мы вылетели уже отсюда. Давайте не будем там летать, потому что там уже, как мы поняли, уже ничего не будет. Сейчас мы с вами находимся в Припяти. Да, в Припяти. Так, мы видим Свобод. Не знаю, тут, скорее всего, свобода была написана. Не знаю, что тут. Больница. Ну, вот мы видим. Машинку такую типа сделали. Прикольно. Прикольно, прикольно. Все-таки, конечно. Прикольно, прикольно. Что у нас тут находится? Типа горит что-то, да? А в сундуке у нас ничего. Печаль, тоска, обида. Дома разрушенные, как может быть, вы все знаете. Но, как я сказал, это карта на выживание. Вы сможете здесь походить, побегать, если вы, конечно, хотите. Правда, я сейчас оставлю эту карту. Кто-нибудь, если зайдет на мой сервер, пишите лично админу, то есть мне, чтобы я вас тпхнул в мир, вы побегали, посмотрели, что и так далее. Может быть, что-нибудь с этой картой сделать, еще добавить пару плагинов и сделать вообще еще, помимо Hungry Games, то есть голодных игр, сделать еще какую-нибудь что-то наподобие сталкера. Нифиговые такие машинки, да? Прикольно, кстати, сделано. Ну, в общем-таки, помимо Hungry Games, еще тут у нас других мини-игр, чтобы вы смогли поиграть наподобие сталкера. Так,
Тут у нас канализация. Ни хрена себе, неплохо все сделано, да? Неплохо все сделано. Даже скажу, отлично. Это еще не все, ребята. Карта на самом деле большая. Так, да, помимо Hungry Games, что я вам хотел сказать. Я забыл, как это называется. В общем, такие что-то наподобие Stalker Zone. Или DayZ, да. Вот. Сделал бы я DayZ. Так, как мы видим, у нас тут наверху тоже есть что-то. Я не знаю, что тут. Значит, это нитка, но... Как вы видите, тут... Везде лежат сундучки. А это уже значит, что карта на выживание. Играть лучше всего, я думаю, в кооперативе, потому что на сервер поставишь, 100 игроков будут заходить и тому подобное. Ну, и выходить. Так, мы с вами уже были тут в Припяти, давайте пройдем чуть дальше, проедем. Дома заброшенные, все знают. Тут вообще просто, знаете, идеально сделано. Я хоть, конечно, уже в Сталкер давным-давно играл, но я помню поочередно, что где находится. Вообще, офигительно просто, знаете, у меня аж такая атмосфера сталкерская появляется даже. Так, как мы идем Припять. Так, КПП там, походу. Ну, давайте еще пролетимся. Вот тут мы с вами были, не были, ну, пройдемся. Школа. Вот, заброшенная школа. Давайте я скорость включу себе. И пролетимся, что у нас тут еще есть. Ну, в общем-таки, я помню этот бассейн. Я вам просто гарантирую, что это бассейн. Потому что в Сталкер тоже заходил в него, да. Так, домик какой-то там. Сундучок. Сундучки опять. Лут. Якобы. Так, деревья такие желтенькие еще. Ничего неплохо. Огонь у нас тут горит что-то там. Так. Это у нас... А, наоборот надо читать. Нет, что за хуйня? Ли Бае. Не знаю, что это такое. О, нифига себе. Что это такое у нас? А, это типа военное, что ли, что-то? Да, ракета. Рили. А я, кстати, ракеты не видел. Я не знаю, что в Чернобыле вообще есть ракета там. Неплохо. Да. Давайте еще пролетимся. Это, кстати, карта, она большая. Я так понял уже в начале. Такие реальные масштабы Чернобыля. Вот, походу, сам реактор. У-у-у, круто вообще. Понравилось просто. Труба вот эта вот. Что у нас тут? Не туго. Это бедрок? Ага. Ну ладно. В общем-таки труба такая, как вы видите, красивая. Труба, тут тоже труба. А вот и сам Чернобыль. Неплохо, да? Итак, ребята, у меня сейчас, кстати, в принципе, могут зайти игроки, но пока ничего говорить не буду. В общем-таки, хочу вам сделать такое якобы предисловие, кто будет играть на моем сервере. Я не воспринимаю, когда будут попрошайничать, я буду банить, либо кикать, потому что, ребята, все делается как бы услуг за услугу. Вот зашли игроки на мой сервер и говорят, типа, дай админку, за что я должен давать какому-либо человеку админку? Вот вы даже сами посудите. На любом сервере так даже никто не даст. Им это просто невыгодно будет. Понимаю, например, если ты мне пригласишь кого-нибудь на сервер, то я дам тебе какие-нибудь привилегии там и так далее. Випку без проблем могу. Кто долго будет играть на сервере, випку получит. Там будет зарезервирован слот и тому подобное.
А те, кто будут просто выпрашивать, будут либо кикнуты, либо забанены. Но забанены ненадолго, на час. А там уже посмотрим. Так, давайте теперь перейдем к самой... к самому осмотру карты. Карта. Неплохо. Неплохо, отлично даже. Просто вот действительно, если в масштабах, я вот этого не видел. Но это уже, видать, авторы, которые строили эту карту, уже на свой вкус там что-то рисовали. Давайте пройдем. А, ну это мы уже в сам разваленный реактор типа зашли. Ага. Смотрите, как прикольно сделано это, типа... как бы сказать, типа реактор номер 4. Блять, не могу выйти. Вот видите, стержни такие стоят, типа... через скелета. Ну так, ребята, для красоты, если вы хотите поставить это на свой сервер, ставьте, пожалуйста. Вполне очешуенно. А чё у нас тут вода, зачем? Так, пролетимся. Со стороны давайте посмотрим. Что у нас тут недостроено, походу, что ли? А, нет. Какие-то головы. A gift from Jack Paul. Головы такие. Круто. Действительно круто. Появляется такая атмосфера сталкерская, знаете. Через, давайте пролетимся по этой карте. Я вам просто покажу чисто эту карту. Карта, походу, на прохождение, либо на выживание. Но, как мы видим, для выживания. Тут ну, у нас нету никого, ни зомбарей. Ничего нету. Город действительно мертвый. Уже что-то типа сталкерское есть тут такое. В общем-таки, вот. Я вам показал карту Припяти и Чернобыля. Конечно, это, возможно, быть и мой краткий обзор. У меня будет их вообще просто куча. Я просто вам буду показывать такие вот карты. Всякие на прохождение. Выживание и тому подобное. Ну, а если, например, хотите, чтобы я на своем сервере сделал еще какой-нибудь режим, например, DayZ, то есть выживание, что-то типа такого, то я, конечно, буду все делать, сервер до конца разрабатывать и так далее. И что еще могу, в принципе, сказать я о своем сервере. Данный момент, да, это мой сервер. Как вы видите, я веду спаун. Вот. О, игрок зашел какой-то. Я даже не заметил его. Играет чувак на моем сервере. Так, у меня тут, конечно, будет FPS проседать все-таки. Я немного вот поставил такие вот фигурки на спаун. И тому подобное. Ну, конечно, если заходят сюда игроки на сервер, то они... Вот, видите, уже спрашивает, ты админ. Так что, ребята, я вам, в принципе, показал эту карту. Я думаю, до скорого. Увидимся в следующих выпусках. И да, пишите в комментариях, если мне нужно записывать какие-нибудь игры. Например, продолжить записывать Painkiller и так далее. До скорого.